В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов поселка имени Куйбышева неизвестный открыто похитил продукты питания. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что правонарушитель в присутствии продавца со стеллажа похитил 3 коробки плиточного шоколада и банку кофе. Заметив факт кражи, сотрудники магазина остановили мужчину и потребовали вернуть похищенное. Но он вернул только часть похищенного, с другим похищенным с места пришествия скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам патрульно-постовой службы был задержан ранее судимый 18-летний местный житель. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.